Всем здравствуйте! Сегодня я хочу предложить вам связать вот таких милых, очень красивых черепашек. Вот какие они небольшие, маленькие. Это брелочки можно сделать. Вот так смотрятся снизу эти игрушки навязанные У них вывязываем туловище, одновременно вывязываем хвостик, лапки, голову. Далее начинаем вывязывать панцирь и завершаем уже верху и так получается вот цельновязанная черепашка абсолютно без пришивных деталей эта черепашка связана по принципу божьей коровки как мы с вами уже вязали они полностью одинаковые единственное отличие это то что у черепашки есть лапки а у божьей коровки ну вот другое оформление. Ссылку на мастер-класс этой Божьей коровки я оставлю под видео и на видео. Переходите и вяжите, если вам понравилась такая игрушка. И перейдем вот к черепашке. Давайте замеряем ее по сантиметрам. Вот черепашка получается пять с половиной сантиметров. То есть игрушка небольшая, расход тоже небольшой, по времени вяжется очень быстро, очень легко. И можно сделать из нее, как я говорила, брелок. И давайте приступим к вывязыванию вот такой красоты. Для черепашки я буду использовать плюшевую пряжу, возьму три цвета. Это плюшевая пряжа. 100 граммах 120 метров и возьму крючок 4 миллиметра начинаем вязать тело черепашки у меня это бежевый цвет делаем кольцо амигуруми и в это кольцо ввязываем 6 столбиков без накида 1 2 3 четыре, пять, шесть. В первом ряду шесть столбиков. Вяжем второй ряд. Во втором ряду в каждый столбик предыдущего ряда вяжем по прибавке. Провязали первый столбик. Два три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Во втором ряду 12 столбиков. Вяжем третий ряд. В третьем ряду будем вывязывать лапки и хвостик. Вяжем один столбик. В следующий прибавка. Теперь один столбик. Далее три воздушных петли. Это вывязываем первую лапку. Во вторую воздушную петлю от крючка провязываем столбик без накида 1, 2. И в этот столбик, из которого вывязывали, делаем соединительную петлю, чтобы не было никакой дырочки. Дальше провязываем прибавка один столбик следующую петлю вывязываем вторую лапку 3 воздушных петли во вторую воздушную петлю от крючка провязываем 1 столбик без накида и второй столбик без накида соединительная петля в столбик из которого вывязывали лапку теперь прибавка один столбик вывязываем хвостик 2 воздушных петли во вторую воздушную петлю от крючка провязываем соединительный столбик и соединительный столбик в столбик провязали далее прибавка один столбик Три воздушных петли вывязываем лапку во вторую воздушную петлю от крючка столбик без накида, в следующую столбик без накида и соединительная петля в столбик. Прибавка один столбик и вывязываем четвертую лапку 1 Два, три воздушных петли во вторую воздушную петлю от крючка провязываем один столбик без накида, второй столбик без накида и соединительная петля и прибавка. Итак, в третьем ряду у нас получилось. 18 столбиков без накида. Теперь вяжем четвертый ряд. Мы начинаем его с вывязывания головы. Сделали два накида на крючок. Провязали один столбик с двумя накидами. Не до конца. Два накида на крючок второй столбик, 2 накида, 3 столбик и 2 накида, 4 столбик. Если хотите, можно сделать 5 столбиков. И теперь делаем общую вершину. Провязываем. Вот. До последней петельки. Осталось две петельки и будет смена пряжи. Я беру синюю пряжу и завершаю вот синей пряжей. Отрезаем эту ниточку, связываем два хвостика на два узелка. И теперь вяжем 17 столбиков без накида и провязываем их за заднюю стенку. 1, 2, 3. Везде будет по 3 столбика между лапками и хвостиком. 3, 4, 5. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14, 15, здесь 16 и 17. Всего получилось 18 столбиков. И теперь вяжем пятый ряд. Я еще перехожу с синей пряжей. Вот. И перехожу на голубую пряжу, так как я панцирь вяжу двумя цветами, и в пятом ряду провязываем 18 столбиков без изменения. Это у нас был, вот там, где мы в голову провязали один столбик, и один маркер. Это второй два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Шестнадцать, семнадцать и восемнадцать. Это был пятый ряд. Переходим на шестой ряд. В шестом ряду провязываем один столбик. Я перехожу на синий цвет. Далее убавка. И так вяжем до конца ряда. Один столбик, убавка, всего шесть повторений. Один столбик, убавка, один столбик, убавка, один столбик убавка, один столбик и убавка в конце шестого ряда 12 столбиков переходим на последний седьмой ряд здесь нужно сделать 6 убавлений Это я меняю цвет пряжи на голубую Синюю отрезаем ниточку, связываем на два хвостика и берем наполнитель, наполняем черепашку. Так, одну убавку провязали. Два. Три, четыре, пять и шесть ниточку отрезаем. Берем еще наполнитель и дозаполняем немного наполнителем. И наполняем черепашку так, чтобы вот животик был плоским. Вот. И теперь прячем верхнюю эту дырочку за передние стенки каждого столбика. Вот так проходим. и затягиваем и теперь вкалываем в середину и выводим ту ниточку где-то вот снизу вот никакой дырочки больше нет этот хвостик отрезаем и все что нам осталось сделать это приклеить глаза можно конечно оставить и так ну, я приклею маленькие глазки. Я приклеила глазки. У меня это самые маленькие, где-то 4 миллиметра. И черепашка готова. Всем спасибо за внимание. До новых встреч!